Кулинарный конкурс провела «Единая Россия» для активистов проекта «Старшее поколение» на Камчатке. Он был приурочен к празднованию Международного дня хлеба, который отмечают 16 октября. Члены клубов пенсионеров соревновались в мастерстве и представили на конкурс свои шедевры – хлеб, булочки, пирожки и торты. Почти 40 различных изделий из теста. Хорошей традицией стало проведение конкурса «Лакомый кусочек», который проводится в преддверии Всемирного дня хлеба. А проводит его Совет сторонников партии «Единая Россия» и федеральный партийный проект «Старшее поколение». Мы сегодня увидели 39 человек, которые представили очень интересные, красивые блюда из хлеба. Это и караваи, это и различные торты, это и пышки, и рогалики. В общем, все виды, какие только можно, хлебобулочных изделий, которые подготовили представители клубов старшего поколения. При оценке работ комиссия учитывала презентацию изделия, оформление конкурсного места, украшения блюда, вкусовые качества, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований. Конкурс проводился в трех номинациях – «Хлеб всему голова», «Теле-теле тесто» и «Тортики любимые». Победителями стали Валентина Парня, Людмила Клыкова и Оксана Лесникова, соответственно. Всех участников наградили дипломами, а победителям конкурса достались ценные призы от партии «Единая Россия».